Солнышко, солнышко проглядывает, смотрите, прям видно. Сегодня уже не так холодно, слава богу. Какой сегодня у нас красивый день. Снег, мороз и солнце, да? День чудесный. Такая красота. Все-таки голубое небо сразу меняет настроение и ощущение, правда? Вот. Тут снег искрится на солнце. Красиво. Красиво. Согласна. Ну, хватит. Хватит нам этого уже. Птички. Синичка. А нет, это не синичка. Это, кстати, вот смотрите. У нас там кормушечка улетела. Вот она внизу сидит, птичка. Это заряночка. Вот, кушает там. Это у нас там ореховая паста. Вот, любят птицы. Жирная, калорийная. Как раз вот птичкам очень нужно. Вот она сидит тут на дереве. Сороки. Сороки гоняют всех. И пасту, кстати, тоже едят. Ой, красота. Голубое небо. Обожаю, обожаю голубое небо. Солнышко выглянуло и сразу тает. Все тает, вот капает. Ой, как хорошо, быстрее пусть это все растает. Но вот обещают морозы еще целую неделю. Ах, улетела. Сейчас, может, еще подлетит. Тесса, Тесса пошла. По снегу первый раз полезла в глубокий снег. Так смешно она идет, да? Она туда вот ходит, под забор, проверяет там. А? Ее хоть видно на снегу. Полезла. Back to the rain. Раньше она там ходила к соседям туда. Теперь закрыли, после того, как она один раз ушла. Ну что, идешь домой? Ну вот, всем привет. Смотрите, снег на наших пальмах уже растаял. Лабиринт снежный на винограде исчез. У нас сегодня яркое-яркое солнышко. Так же, как и вчера. Снег тает, хотя еще где-то минус 4, минус 3. Здесь у нас может быть и меньше мороза. Все тает. А давайте посмотрим. Ой,
Сколько у нас там? Видно вам? Я не вижу. Стою далековато, а экран от яркого солнца весь черный. Ой, сегодня уже и птицы с утра пели. Такое красивое голубое небо, совершенно ни одной тучки. Вчера были облака, сегодня нет. Ой, снег искрится, искрится на солнышке. Тесса наша прошлась-таки подальше туда, до конца. Я вам позже покажу, вставлю сюда. Вот такая вот красота. Порадовались мы снегу. Вот с крыши тает, видите, капает. И как красиво это все переливается на солнце. Просто картинка. А здесь у нас вот такая красота. Вынесла поставить на снежок, чтобы показать этот контраст. Рождественник мой снова цветет. Очень много цвета. Поменяла место. Вы знаете, он что-то был, выпускал цветочков много, но они не распускались. Поменяла ему место. И он прям сразу отреагировал, поблагодарил. Так приятно. Красавец. Он, знаете, такого кораллового цвета. Есть они такие малинового, розового, а это такого кораллового цвета. Хочу вам показать еще раз кофе, который я покупаю. Вот 100% арабика. Это последний раз я была в Лиделе и купила там вот такой кофе. Именно вот этот. Он там был 3 или 4 видов, но именно вот этот крема мне очень нравится. Белором. Вот. Вот такой кофе. Он такой ароматный, именно вот этот крема. Ой, он такой прям вот открыла, и прям аромат. Знаете, вот сейчас буду в банку пересыпать, и прям вот стою и балдею от этого запаха, от этого аромата. Обожаю. Вот этот мне очень нравится кофе. Он недорогой, это большая пачка, килограммовая. Вот такой. Не реклама. Показываю то, что люблю, что покупаю, чем мы пользуемся, что употребляем. На ужин у нас сегодня капусточка квашеная, зюрекол с лучком и маслицем растительным. Лук у меня любит муж, ну а капусту мы все. Вот такой будет картошечка и куриное мясо, маринованная в соусе терияки. В общем, будет вкусно. А что у вас на ужин сегодня, девочки? Вот, девочки, картошечка варится, тоже в Лиделе покупала. Вот очень любим ее. Ее вот отварить, а потом на сливочном маслице слегка обжарить с чесночком и укропчиком. Объедение. Здесь у меня вот томится уже, в принципе, дожидается картошку. Мяско. Ну, куриное мясо, оно было замариновано. Я его замариновала в терияки соус. И сюда добавила шампиньончиков. Вот вместе, с шампиньончиками. Такая вкуснятина. А вот эти вот фрикадельки, это для дочки, потому что она любит. Я сделала несколько для нее. Вот, и немножечко потом добавила сливок, вот протушила в этом. О, очень-очень вкусно. Вот такой ужин у нас сегодня. Пишите комментарии, буду рада. Пишите, чем ужинаете вы. Есть у вас постоянные какие-то дни, вот тут как в Голландии, допустим, хагдбал, ну, из фарша, типа котлеты, всегда в среду. Есть у вас какие-то такие вот традиции?
или нет. Буду рада вашим комментариям и рассказам. Что, вот он наш ужин, видите? Вот такой, вот так он выглядит. И пахнет, и обалденно вкусно. Обалденно. Всем приятного аппетита, кто кушает.